Педагогический колледж приглашает в гости, больница на лекции о здоровом питании. А школьники могут отправиться во всероссийскую экспедицию. Подробности у Мелады Иволиной. Наш эфир продолжит рубрика «Городовой». Старт в будущее. Завтра в Магнитогорском педагогическом колледже пройдет профориентационное мероприятие. На экскурсию приглашают школьников и их родителей. Данное мероприятие в стенах колледжа пройдет впервые. В рамках интеллект-платформы состоится выступление учащихся на тему перспективы новых профессий, после чего гости смогут принять участие в насыщенной интеллектуальной программе. Организует ее Центр детского творчества. Мероприятие будет состоять из трех блоков. Первый блок – это демонстрация проектов детей, ранней профессиональной ориентации. Затем дети уходят на детские площадки, занимаются хореографией, поют, также будут заниматься прикладным искусством. В это время родители уходят на коворкинг. Взрослым предложат обсудить, как меняется мир ремесел и что нужно уметь их детям, чтобы достигнуть успеха в будущем. Преподаватели колледжа расскажут родителям о востребованных современных профессиях и тенденциях на рынке труда. Начало мероприятия в 17:00. Как питаться правильно и недорого, об этом расскажут в городской больнице номер 2. Лекция состоится завтра, начало в 14:00, вход свободный. Вторая городская больница продолжает работу в формате ежемесячных встреч врачей с населением. Это уже четвертая. Завтра разговор пойдет о правильном питании. Специалисты дадут советы и развеют мифы. Сейчас можно также здорово, как говорится, здорово питаться, имея тот бюджет, который у нашего человека есть. То есть обыкновенные продукты в нашем холодильнике тоже можно использовать как здоровое питание. Тут потому что необходимо несколько вещей иметь. Это то есть баланс углеводов, жиров, белков и клетчатки, которые нам необходимы. Также на лекции расскажут, каким должен быть режим питания для пожилых людей при различных заболеваниях. После посетители смогут пообщаться со специалистами и задать интересующие вопросы. «Я познаю Россию» – под таким названием стартовала всероссийская экспедиция. Принять участие в ней могут и магнитогорские школьники. В экспедиции могут принять участие команды в составе 3 человек под руководством педагогов. Для начала необходимо выполнить задание, разработать собственные экскурсионные маршруты и посетить несколько достопримечательностей. Заявки принимаются до 1 июня. Подробности на сайте организаторов. Мелада Иволина, Александр Моргунов, информационная служба «Медиагруппы Знак».